Ну, буржуйка из бойлера. Вот она. Много ума тут не надо. Расчерчиваем, вырезаем дверцы. Это у меня старый бойлер на 150 литров был. Вот они, дверцы. Одна. Вторая. Самое главное, это вот тефлоновое покрытие внутри. Зачищать, я его зачищал, и что-то не очень сильно получается. Зачищал я вот таким кругом. Зачищал и круг по болгарке. Не знаю, сейчас будем что-то думать, что-то придумывать. Нашел я выход из положения. Значит, будет у нас, ну, к примеру, сейчас покажу. Это просто тоненький прутик. Там будет толстая арматура стоять. Берем мы, хотим перемычку внутри. Так, и внутри еще одно. Здесь и здесь. Тефлоновое покрытие в бойлере. Значит, чтобы не чистить ничего, не это, я продумал так. Не знаю, как то, но я так продумал. Я сваркой с этой стороны. Тут покажу. С этой сварки чуть-чуть нагрел, получается, с этой стороны. Тут металл. Вот, нагрел, до красна он нагрелся. И сразу же сваркой не видно. Может, видно вон. И внутри сразу, получается, электродом. Чвик, чвиркнули. И все. Зажегся электрод, все. Пошло горение. Тефлон горел. Вот самый, я думаю, простой и эффективный способ. Потом наварим пруты. Вот так, два прута. И потом, получается, эти два так будут, а те будут лежать вот так. Ну вот и все.